Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас будет самый-самый подробный обзор новинок и вообще, в принципе, обзор каталога номер 16 компании Oriflame. Этот каталог удивителен уже тем, что он предновогодний, и в нем представлено много акций, новинок, спецпредложений. И эти каталоги, 16 и 17, самые классные, они самые любимые и у консультантов, и у клиентов. И чтобы вы собрали как можно больше заказов и заработали побольше денег, я вам сейчас подробно расскажу о каждом продукте, чтобы вы могли донести эту информацию до своих любимых клиентов. Итак, приступаем к просмотру. Каталог номер 16 начнется с 19 ноября и закончится 8 декабря 2018 года. Помните, что у нас сейчас грядет 11.11 будет, потом Черная пятница, то есть такие интересные, как говорится, акции, в которых я прям рекомендую участвовать и получать максимум выгоды. И тут мы видим, что у нас будет предупреждение «Черная пятница» теперь прямо в каталоге. Будем сейчас вместе с вами искать, потому что я, в принципе, каталог еще внимательно не смотрела. Но сейчас вместе с вами посмотрим. Итак, поехали. На первой же страничке, на всем развороте, у нас новая коллекция. «Приятный сюрприз» называется. Будет корица и ваниль, нотки аромата. И что же входит в состав набора? Это кусочек мыла 75 грамм, всего 69 рублей. Крем для рук «Приятный сюрприз» 89 рублей, действительно очень приятно. И большая пена для ванны 300 мл всего за 139 рублей. Здесь можно потереть страничку и вдохнуть приятные такие действительно новогодние нотки. Мне очень это нравится. Здесь у нас на развороте новая серия с натуральными эфирными маслами. В эту серию входит мыло с бузиной и бергамотом. Я думаю, что аромат будет такой. Сотрясение камеры. Да, он такой зелененький, бодренький. Скорее всего, я возьму себе этот набор, потому что набор очень выгодно. В него входит лосьон для рук, жидкое мыло и мыло. Всего за 490 рублей. Три продукта. Это, конечно же, просто бомбическое предложение. Его можно приобрести, такой набор, с огромной скидкой, при условии, что заказ из каталога будет помимо этого набора на 1190 рублей. То есть сколько раз у вас будет 1190 рублей, столько раз вы можете заказать такой набор. Очень выгодное предложение, поэтому я, конечно, буду брать. По отдельности все намного дороже. На этой страничке у нас идут новые маски. Мне очень понравилось, что они все идут в коробочках. И в каждой коробочке такая маленькая, как это называется, формочка, в которой наполнена маской. Объем маски 10 мл. Я специально взяла такой пакетик, у нас уже были такие маски в продаже. Вот здесь как раз 10 мл. И я могу сказать, что по объему это получится примерно сделать масочку два раза, прям полноценно, если лицо такое большое. Если личико маленькое, то хватает на три раза этой масочки. То есть здесь будет просто более такая прикольная упаковка и шикарный подарочный вариант. Всего за 99 рублей можно взять любую из пяти масочек. Разные ароматы у нас: роза, арбуз, потом личи, какао и яблоко. Я обязательно возьму какао, потому что я обожаю. Арбуз я очень люблю. Возьму себе попробовать. Масочками я люблю себя побаловать. Тем более такие красивенькие. Так, аромат лючия. Вкусный. На самом деле Люсия переводится, но почему-то многие говорят Лючия. Мне больше нравится такое, как говорится, название, более какое-то красочное. Вкусный аромат, цветочный, сладенький. Очень его любят многие женщины. У меня у мамы такой аромат, я ей дарила. Тоже она прям в восторге. На этом развороте нас ждет супер предложение. Тушь с эффектом накладных ресниц. У нее очень классная кисточка. То есть такая прям удобная, она классно поднимает, разделяет реснички и добавляет хорошо объем. Обратите внимание на спецпредложение. Если взять два продукта со страниц 12 по 15, то цена получается всего 199 рублей каждого продукта. У нас тушь идет двух оттенков. Глубокий синий, вот как раз у меня глубокий синий. Практически черная, только на свету видно, что у нее такой синий отлив есть. То есть, если ошибетесь, ничего страшного. И на этой страничке у нас помады.
стойкая губная помада «Карандаш». У меня такого оттенка нет, но я вам покажу, как она выглядит. То есть это маленький такой карандашик удобный и выдвижная помадка. Помада действительно очень крутая, клевая, действительно очень стойкая. Мне нравится это и по качеству, и по аромату. У нее нежный, приятный аромат, который не напрягает, как я люблю. И тоже можно взять, например, одну помаду и одну тушь. И каждый продукт выйдет всего 199 рублей. Это очень выгодно. Так, здесь нас ждут наборчики. Я вам сейчас расскажу про них. В первый набор входит мыло «Нежные мечты» и крем для рук. Объем этих кремиков вот такой, всего 30 мл. То есть не обольщайтесь, если вы видите, что здесь огромные кремы. На самом деле они будут такие маленькие, удобные. Я называю это сумочный вариант, когда можно с собой в сумочку бросить маленький кремик, чтобы не таскать огромный флакон. Это очень круто. По поводу мыла. Многим, кстати, это мыло очень понравилось. Даже по аромату. Оно напоминает такой, как аромат детского мыльца. Хотя написано, что здесь цветочный аромат. Но он, в общем-то, нормальный аромат. Просто я привыкла, что в Oriflame всегда мыло пахнут очень вкусно. То есть они такие душистые, такие вкусненькие. Но качество этого мыла просто обалденное. Продолжаем. Так, на 17-й страничке нас ждет набор, который входит крем для душа миндаль, лосьон для тела миндаль и специальное смягчающее средство с маслом морожки. Всего за 149 рублей 3 продукта. Тоже будут вот такие два маленьких флакончика и полноценное смягчающее средство. Я взяла вот то, которое у меня есть. У меня... чтобы показать вам объем, потому что когда я первый раз выписывала это средство, и оно было на целую страницу одна банка, я думала, что придет огромная банка за копейки. И когда я получила такую маленькую баночку, я была очень удивлена. Но, несмотря на то, что у нее такой маленький объем, это просто волшебное средство. У меня все ароматы были, которые выходят в Oriflame. Оно волшебное тем, что оно шикарно смягчает. В нем прополис натуральный. Он является очень мощным смягчающим средством. Я наношу его на губы, на кутикулу, на пяточки, на локти. Все, где вот сохнет, носик бывает шелушится. То есть я везде использую эту вот маленькую баночку. Мне очень нравится. Кстати, вот это предложение прям очень крутое. Всего за 149 рублей такой классный наборчик. Тут меня приятно порадует то, что наши привычные ароматы гелей в красивом новогоднем дизайне с шариками. То есть действительно создается прикольное настроение, то есть уже ощущение Нового года. И уже многие делают запасы, покупают наборчики, какие-то продукты с большими скидками, чтобы уже сделать запас и к Новому году быть готовыми. Потому что не все люди готовы сразу выложить кругленькую сумму за то, чтобы купить подарки. Итак, здесь у нас наборы входят гель для душа и парфюмы. Парфюмы по 30 мл. Имейте в виду, что это такие очень удобные флакончики. Это для мужчин у нас тоже наборы. Здесь наборы идут мыло и... То есть это не наборы, да? По отдельности любое мыло, любой гель можно приобрести. В общем, цены очень приятные. Мне нравится. Так, здесь у нас идет набор «Сила кокоса». В него входит... масочка для сухих волос. Как ей пользоваться? Надо положить ее либо в стакан, либо в ковшик с горячей водой, чтобы она полежала там 2-3 минутки, согрелась. После этого вы ее наносите на чистые волосы, отступив от начала роста волос хотя бы там 7-10 сантиметров, и оставляете ее на, ну, хотя бы на 5 минут. Лучше больше, на 15 я ее оставляю, даже бывает до 30 минут. Она шикарно восстанавливает волосы. Далее, шампунь для сухих волос, пшеницы и кокос, тоже любим этот шампунь. Мыло, моя любимая, кокосовая вода и дыня. Вот такое вот классное мыльце, я даже его открою, потому что это для себя. Я вам хочу показать, какая у него красивая форма капли. Вот такая, очень удобно для рук и пахнет обалденно. А, люблю этот аромат. У меня лосьон сейчас есть из этой серии. Я им пользуюсь. Гель был для душа. Раза три мы брали. Просто очень вкусный аромат. Тоже классный набор. И здесь у нас представлена еще расческа. Посмотрите, за 199 рублей деревянная расческа. У меня такая есть, но я ее не нашла. В какой-то сумочке лежит. А так как у меня 65 сумок, сразу так и не найдешь.
На этой страничке у нас тоже набор с перчаткой отшелушивающей. Кстати, всегда рекомендую девочки и мальчики, берите сразу две перчатки, одевайте на две руки, наливайте там гель или скраб и работайте сразу с телом двумя руками. Эффект получается намного круче, то есть эффективнее разогревается кожа, идет отшелушивание и быстрее. И здесь у нас прикольный отшелушивающий гель с малинкой. Он как малиновое варенье. Вот, вот это бомбическое предложение с набором «Чайное дерево». Сейчас расскажу, что в него входит. Ну, это не набор, все по отдельности можно брать. Губочка, я очень люблю такую губку, ей очень удобно снимать маски, которые вот подсыхают, такие сухие маски, глиняные и так далее. Супер ей удалять. Масло чайного дерева всего за 179 рублей, я их, наверное, штук 10 куплю. Вот это маслице, потому что у нас очень большой расход у дочки. Мы когда вот, ну, мы вообще этим маслом пользуемся очень активно. Он нам заменяет больше, чем пол аптеки, потому что все порезы, укусы, ожоги, мы все этим маслицем, насморк, кашель. Почитайте в интернете аннотацию, его можно вообще везде, от перхоти, от прыщей, от угрей, от разных болячек. То есть это очень мощное антибактериальное, антисептическое средство и быстро ранозаживляющее. Поэтому я его всем рекламирую, всем рассказываю. Так, здесь у нас будет гель для лица очищающий и матирующий тоник. Я вам покажу тоник, у меня вот как раз его сейчас заказали, я его вам могу продемонстрировать. У него очень приятный вкусный аромат, объем 150 мл, хватает надолго, ну и вообще очень эффективно. У кого проблемная кожа или жирная, то с чайным деревом хорошо помогает нормализовать там все обменные процессы. Эта серия более антивозрастная, с люцерной. Тут у нас кремики день-ночь и крем для глаз. Ага, на этой страничке у нас уже пошло все для волос. И я вам продемонстрирую вот эти два средства. Это шампунь и бальзам. Вот такие большие флаконы по 250 мл. Классный дизайн. Я беру его постоянно, этот шампунь. В этом каталоге, кстати, очень хорошее предложение по цене. И вот мой любимый кондиционер для волос. В прошлый раз, когда он был по 199 рублей, я взяла 5 штук, вот у меня остался один. Буквально, ну, на месяц одного флакона, мне кажется, еле-еле хватает. Я даже не знаю, хватит или нет. Потому что у всех длинные волосы, все активно пользуются бальзамами. Вообще мы такие чистюли, купаемся, моемся. Ну, наверное, как и все. Так, уберу подальше. Очень хорошее качество, действительно, волосы прям выглаживает, восстанавливает. И крем мультифункциональный CC-крем для волос Hair X, тоже из этой профессиональной серии, шикарная цена. Чем он хорош? То, что волосы становятся более послушные, легче расчесываются. У кого сейчас вот зима начинается, начинаю носить шапки, шарфы, статика, волосы летят. Кстати, снимая статическое напряжение, волосы вот реально более становятся такие послушные. Мне он нравится, пользуюсь с удовольствием. Есть много клиентов, которые уже оценили этот CC-крем и берут постоянно. За такую цену, я думаю, надо брать прям побольше. Так, на этой страничке, о, какой шикарный набор, я его брала в прошлом каталоге по 199 рублей комплект, то есть в него входил и крем для душа, кстати, на картинке почему-то более темные коробочки, ой, водичка вылилась, потому что мы им пользуемся, ай-яй-яй, поток небольшой, ну ничего, это же просто вода, то есть крем для душа, как видите, уже прям заканчивается, уберу его, то есть с него вода льется. Мы пользуемся, мне очень нравится, поэтому всем рекомендую. Крем, вообще такой прикольный кремик, смотрите, у него такая тающая текстура, он легко впитывается, у него приятный аромат каштана, все заканчивается, прям вот осталось две ноги намазать, сегодня он и закончится. Очень крутой крем, но я к себе, кстати, взяла еще два или три наборчика, потому что понравилось качество и прям рекомендую вам с удовольствием. Хороший продукт и очень достойная упаковка в качестве подарка. Так, на этой страничке у нас новая тоже серия по уходу. Здесь защитный крем для лица, мед и миндаль, то есть пчелиный воск и миндаль. Крем для рук. Крем для рук меня просто покорил. Кстати, сейчас покажу. У меня есть. Крем меня очень покорил, я прям от него в восторге. Он такой густой, прям густенький. Вот смотрите, если его выдавливать,
Он прям идет густо. Но если вы брали до этого крем мёд и молоко, то тот намного жирнее и тяжелее. То есть этот легче впитывается, и у него более такой приятный аромат, наверное, за счет миндаля. Аромат более такой десертный, прям хочется его съесть. Вот я прям от него балдею. Вот и все, он впитался. Мне очень он нравится. Я взяла себе сразу два флакончика. И, кстати, можно будет еще взять, потому что хорошее предложение. И также я взяла себе бальзам для губ, уже начала им пользоваться. Но если сравнивать, например, его с бальзамом Mini Mouse, если вы брали, то Mini Mouse мне нравится больше, он более какой-то мягенький такой. Этот погуще, я не знаю, как вам объяснить. Ну да, он тоже хорош, он приятный, но у него нет такого аромата прям вот густого, что прям ух, вот это да, как губы пахнут. Ну прикольно, я им пользуюсь, мне на ночь очень нравится мазать губы бальзамчиками, чтобы они ночью восстанавливались. И в течение дня, когда я дома, я постоянно бальзамчиком мажусь, у меня их сразу открыто штук 5, наверное, везде стоят, на рабочем столе, около зеркальца, то есть где я бываю, в ванной, у меня везде по бальзаму. Это хорошая вещь, и уход за губками всегда нужен. Вот, я не приготовила вам wellness, но я думаю, что это отдельная просто тема для разговора wellness, поэтому не буду ничего рассказывать, просто говорю, пользуйтесь wellness. А здесь у нас новинка для малышей, классно. Вот побольше бы для малышей выпускали продукции, потому что и работают в основном у нас мамочки в декрете. Ну, как бы это такая популярная тема малышковая, жаль, что у нас так мало продуктов на эту тему. Можно будет взять по отдельности туалетную воду и шампунь-кондиционер, а можно взять в наборе всего за 329 рублей. Конечно, я возьму для своей племяшки этот наборчик. Так, далее, что у нас здесь? Набор для мальчиков. Кстати, такой набор я брала несколько штук. Очень крутая цена, всего за 199 рублей. Шампунь для волос, тела и мыло. Я даже знаю, что у меня уже закажут его, потому что забрали два набора, сказали, супер, неси еще. Вот, сделаем набор, очень хороший. Так, здесь у нас сумочки для того, чтобы дарить подарки. То есть здесь, кстати, здесь у нас ручка в подарочной упаковке. Я только сейчас это увидела. Обратите внимание, черные чернила, металл. Вот она, ручка-то, ее просто не видно, с ананасиком. Да, хороший подарочек, и будет все в красивой коробочке еще лежать. Здорово. Так, и у нас есть два пакетика, то есть вот ручка, на пакетик подарочный с ручками, там-пам, пакетик с клапаном, это циферка 3, а, и вот первый с ручками, второй с ручками за 99, вот это очень красивый пакет. Так, ну ладно, двигаемся дальше. Шляпка в подарочной коробочке, очень прикольно смотрится, помпончик сверху, очень оригинально, прикольно, ну, я не знаю, какое качество, пока не видела, поэтому ничего не расскажу. А вот про носочки я скажу, что носочки у нас всегда крутые. Кстати, мужские, по-моему, в первый раз вышли, такие прикольные, полосатые. А вот такие носочки у нас были в прошлом году, только в бордовом цвете. И очень долго носила у меня дочка, очень довольна, ей понравилось. Смотрите, как они прикольно упакованы. То есть такой медвежонок, как будто в синем джемперочке. Все идет в коробочках, очень стильно. Сейчас модно вот это все крафтовое. Но пока модно, да, будем этот ловить. Кстати, а мужских носочков вдвое в подарочной коробочке, это, в общем-то, уже неплохо, потому что за 349 рублей, может быть, кто-то скажет, дороговато, а если это две пары, да еще и со скидкой консультанта, то это, ну, я считаю, это нормально. Часики для влюбленных, не буду ничего рассказывать, часы красивые, сами посмотрите. Бижутерию я не видела, это все новинки, которые нам предстоит увидеть, надеюсь, будет отдельный обзор. Кстати, смотрите, какая красивая шкатулочка для украшений. Очень прикольно сделано. То есть колечки туда класть какие-то. Все, вот даже показано, как все можно разложить красиво. Я люблю шкатулочки. Так, что у нас здесь? Пинцет с фонариком. То есть вы представляете, вы будете удалять нежелательные волоски с подсветкой, чтобы действительно увидеть их максимально все. И ничего не пропустить, да, тут у нас такое предложение, тут у нас кисточки, набор кисточек, кстати, прикольный набор, очень красивый, за 500 рублей, ну, в таком дизайне богатом, и, в общем-то, самые классные кисточки, скошенные для теней, для пудры румян и для глаз и губы подводить, подкрашивать, ну, да, неплохо, но вот меня больше заинтересовал силиконовый спонж для макияжа.
за 199 рублей. Вот хочу попробовать. Он еще такой блестящий, новогодний. Потому что много отзывов слышала, что прикольно. Ой, новый мужской шарф. Но, если честно, я вот такую расцветку не очень люблю. Особенно сама не ношу. Здесь у нас косметичка мужская, ремень и ручка. Ручка. Тоже в коробочке, в подарочной. Ну, прикольно. Вот, здесь у меня есть, что вам показать. Кстати, даже могла бы этот показать, но не приготовила, забыла. Покажу вам женский триммер. Что это такое, этот триммер? Это специальная такая вот штучка для того, чтобы удалять нежелательные волоски. Вот, она работает просто. Ее включаешь, выключаешь. Вот, она на одной батарейке очень долго работает, то есть можно подправлять брови, но у кого где вот что, виски, усики, тут все показано, да, все нежелательное можно удалить. Она прикольно, там вот двигаются металлические такие вот насадки, безболезненно, то есть волосики не выдергивает, просто аккуратненько их снимает под корень, и они после этого долго не растут. Мне эта штука очень нравится, а у Миши есть вот такая штука. Есть, кстати, еще насадка специальная для... Так вот ее одевают как-то. Подождите, как? Не знаю, я даже ей никогда не пользовалась. Ладно, не буду тогда про нее рассказывать, потому что, в принципе, она мне как-то и не нужна. Вот, показала, похвалилась, мне очень нравится. Смотрела, в магазине подобные штуки стоят намного дороже. То есть за 1000 намного. Так, мужской триммер. Чем он классный? У него такая круглая насадка, то что в носу и в ушах. Можно удалять волосы, это прикольно. На этой страничке у нас моя такая одна из любимейших серий Эко Бьюти. Я брала себе весь набор. У меня осталось молочко. Почему я его не использовала? Просто потому, что я не пользуюсь молочком практически. Мне, ну, как бы не очень нравится, некомфортно. Но оно очень классное. Очень. Вообще вся серия просто бесподобна. И у меня осталось маслица. Сейчас покажу масло. Масло с оливками. Вот просто обратите внимание, даже какой дизайн у флакончиков. Больше всего мне понравился вот этот тоник освежающий. Кремы. Крем для глаз. Все очень понравилось. У масла расход не очень большой, потому что наносить его на ночь вместо крема мне не очень понравилось. Все-таки достаточно жирновато. А вот в качестве массажа мне очень нравится. Я его использую при маникюре. Например, уход за кутикулой, когда делаю маникюр, да, прям буквально пару капель хватает на все ногти, чтобы сделать классный маникюрчик. Вот такое вот классное масло. И мне будет жаль, когда оно закончится. Возможно, я его опять повторю. Потому что прикольный продукт и прикольно сделан. И вообще эта серия... имеет самый высочайший стандарт качества EcoSurf, 95% натуральности, просто это, конечно, фантастика, так, такие продукты. А здесь у нас возвращается серия «Королевский бархат», может быть, кто-то уже не застал ее и не знал, что у нас была эта очень популярная серия. До того, как вышел NovAge, мы все балдели от «Королевского бархата», и она действительно очень красивая, эта серия. Здесь экстракт черного ириса, по-моему, туда черного эликсир черного ириса. Он укрепляет структурный каркас кожи, тонизирует, увлажняет, повышает эластичность. Я брала эту серию. Ну, к сожалению, здесь тоже молочко, которое я не очень люблю, но мне очень нравились кремы. Кремы классные. Поэтому у вас есть возможность сейчас прикоснуться к этой серии. Попробовать ее, побалдеть. Она действительно прикольная. А здесь просто бомбическое предложение. Просто вот я... Да, это, наверное, вот та самая черная пятница, когда набор NovAge любой можно приобрести и выбрать себе любой из 4 ароматов, которые вы хотите в подарок. Посмотрите, какие дорогие, классные ароматы компания нам подобрала. Все ароматы вкусные, на любой вкус. Если вы хотите более таких вот вечерних, по, как бы, по романтичнее, то это вам подойдет Enigma Love Potion. Eclat Femme – это уже классика. То есть этот вариант можно как и в театр с собой, да, носить на себе, так и на работу. А Soul Favor – это просто, просто нежность, романтика. Там малинка в составе, по-моему. Мне очень нравится этот аромат. Он у нас был, закончился. Дочка вообще у меня потом его отняла. Говорит: «Мам, мне он так нравится, можно я им буду пользоваться одна?» Я говорю: «Да пользуйся». То есть она хотела, чтобы он у нее стоял на полочке. Я говорю: «Да ради бога». Прям вот прикольный аромат, он так здорово сделан, флакон красиво. Ну, Love Potion, это, наверное, все уже знают. Там шоколад, да, все такое.
романтичное, возбуждающее, сексуальное. По поводу наборов. У нас вышла новая серия против пигментации. Я себе, кстати, взяла попробовать ночной крем из этой серии, и он у меня прям 10 баллов. Я не знаю, как насчет пигментации, но от его, вот я чуть-чуть выдавлю, потому что много еще предстоит попробовать, но от его качества я просто балдею. Во-первых, мне нравится, что он закрытый, то есть не надо лазить в баночку. То, что он шикарно впитывается и питает кожу. То есть мне вот он полностью вообще удовлетворил на 100%. Следующая серия у нас True Perfection. Это серия для кожи 25+. Она дает такой вот румянец, свежее лицо, прекрасно увлажняет. Шикарные кремики. Мне нравится, что для глаз тоже идет с таким шариковым аппликатором, как мне нравится, в принципе, вообще. В каждой серии есть сыворотка. Моя любимая серия – коллаген. Сейчас у меня из-за коллагена осталось... Ну, как бы я периодически что-то меняю, пробую. Но всегда это Novage. Это гель-тоник, который меня привел в полный восторг. Просто я балдею от этого средства. Хотя у меня остались больше полфлакона из старой коллекции. И я вот к нему прицепилась и только им и пользуюсь. Мне очень нравится эффект. Такая кожа прям вот чистая, скрипит. Прям. И нет сухости при этом, стянутости. Это что-то волшебное. Сыворотка. Многие спрашивают, зачем сыворотки нужны. Вот сразу покажу вам весь Novage. Что вот с этой странички у меня тоже есть кое-какие продукты. То есть у меня сейчас две сыворотки. Я то одной, то другой пользуюсь. А сыворотка — это активатор. Она более концентрированная, чем крем. Смотрите, какая она легенькая. То есть у нее такая прозрачная формула. Видите, а ее практически вот она как желешечка. Не знаю, как прозрачный кремик, гелик. Очень приятно. Наносим сыворотку сверху крем дневной или ночной. Каким вот вы носите? Утро, если значит дневной, на ночь ночной. И сыворотка это помогает и усиливает действие крема. Глубже доставляет все питательные компоненты. То есть сыворотки, они очень эффективные. То есть они усиливают действие серии. Поэтому я, конечно, не экономлю, а пользуюсь всегда вот всем подряд. А для глаз, смотрите, мой любимый коллаген и... Ultimate Lift. Ultimate Lift у нас идет с дозатором. Здесь такой дозатор. Не буду давить на него. А здесь у нас шариковый такой металлический аппликатор, который мы просто катаем так по глазкам, на модели покажу. И за счет того, что здесь металл, он холодненький, кожа успокаивается. Как бы глазки раскрываются. И я прям утром первое, что я делаю, бегу в ванную, умываюсь холодной водичкой и сразу этим... кремом для глаз я прохожусь вокруг глаз, и у меня сразу глазки просыпаются, балдеют и все такое. Так, а здесь на что? А, отдельно еще можно заказать дневной крем против морщин и легкий дневной крем. Легкий дневной идет вот в такой вот тюбике. То есть тоже очень прикольно. И сейчас дневным я пользуюсь вот таким Ultimate Lift. Я вам его прям покажу быстренько. У него такой красивый цвет. Обалденный аромат, просто супер. Вот, мне очень нравится. Используюсь этой серией я активно. Ой, извините за сотрясение. Здесь я ничего не пробовала. Пока по возрасту рановато. Здесь 50+, а мне пока еще 44, так что я не тороплюсь. Но зато я расскажу вам про масла. Концентрированные. Мы называем это коктейль масел. Такой вообще просто потрясающий. Я использую их на ночь. У меня прям буквально недавно закончилась баночка очередная. Утром кожа просто нереально красивая. Во-первых, когда масла впитываются, они впитываются очень быстро, то кожа на ощупь, да, вот ее когда трогаешь, она как будто бы атласная, такая бархатная. Ее просто приятно трогать. То есть никакого вот последа жирного не остается. То есть масла моментально поглощаются кожей. Утром лицо такое гладенькое, то есть, ну, прям вот омолаживающий эффект на лице. А вот средство для снятия глаз Novage мне не подошло. Я не знаю, вы, конечно, пробуйте, но у меня, как говорится, фаворитом остается средство для снятия водостойкой косметики. Это мне как-то не взяло, то есть оно не удалило у меня до конца макияж, и я его в результате подарила своей подруге. Так, а выходит новая увлажняющая эссенция для лица. Честно, я еще, естественно, не пробовала, потому что это новинка, но я обязательно возьму попробовать, тем более в преддверии зимы.
Да, очень тут интересно все написано, что будет там микрофлора оздоравливаться у кожи, улучшает общее состояние, стимулирует естественный процесс клеточного обновления, увлажняет, способствует сужению пор. Мне все это очень понравилось, и цена мне очень нравится, поэтому я буду брать. Так, что на этой страничке? Крем для лица против покраснений. Не пробовала, но знаю, слышала хорошие очень отзывы. Что у кого вот капилляры близко расположены, кожа чувствительная, краснеет, легко, да, так вспыхивает на морозе, то очень хорошо срабатывает этот крем. Я думаю, что это прям нужный продукт. А вот это средство, обновляющий пилинг для лица, я уже попробовала. Один раз я с ним делала уход. На 20 минут я наносила этот пилинг. Он как крем. Я вам сейчас капельку покажу. Вот даже можно не выдавливать. То есть, видите, густой крем, как масочка. Я его нанесла достаточно толстеньким слоем. То есть я не экономлю. Флакон огромный, 100 миллилитров. То есть такой увесистый. Никаких неприятных ощущений не буду пока убирать. Я не испытывала. Все было круто. У меня ничего не жгло, не краснело. То есть я и вообще просто как будто нанесла крем. Через 20 минут я его смыла. Тоже было все замечательно. А вот когда кожа подсохла, прошло немного времени, я заметила, что кожа стала более как будто бы натянутая, такая гладенькая. Поры сузились. То есть и последующий уход и нанесение макияжа было очень комфортным. То есть как будто бы вот кожу мне обновили. Если сравнивать со скрабом, когда мы делаем механический скраб, то после него кожа так горит, прям как вот, как будто в баньку сходили, вениками попарились. То здесь все очень щадяще, все очень ласково, нежненько. То есть, по крайней мере, так моя кожа мне сказала, что это 5 с плюсом, мне очень нравится, это круто. И если мы говорим, что вообще о пилингах, если их делать в салонах красоты, то это очень дорогостоящая процедура. Не всегда она заканчивается, как говорится, хэппи-эндом. Да, зачастую бывает, что лицо несколько дней очень некрасивое, неприятное, красное, и что-то там трескает, шелушится. Здесь все очень приятно, все круто. Вот тут написано 2 раза в неделю, значит, нужно будет сделать сегодня. Просто сегодня еще раз сделаю и посмотрю, какой эффект. Ну, в общем-то, я довольна продуктом. Так, что на этой страничке? У нас против пигментации серия. Кстати, в этой серии есть очень прикольный многофункциональный CC-крем, который содержит высокий SPF 20, хорошую имеет цену, очень плотное, классное покрытие. И я его беру летом, всегда им пользуюсь летом, мне нравится и в путешествие с собой брать, потому что у него не стеклянный флакон, маленький тюбик. Кстати, он у меня есть, почему я ему его не показала, не знаю. Пользовалась я этими кремами, для меня они тяжеловатые, жирноватые, то есть мне они не пошли. А вот дочке я взяла вот такой крем. Сейчас покажу. Вот она у меня им сейчас пользуется. Давайте попробуем. Я понагрею немножечко, прям пальцем к ней залезу, вот с краешку, так, ноготочком в банку. Пока она не видит. Ну, где-то здесь попробую. Я не пробовала этот крем. Ой, какой он легенький. Он предназначен для нормальной, склонной к сухости кожи. Да, он приятненький. Вот он мне нравится, потому что те кремы вот эти осветляющие, их прям наносишь, и они прям белые и долго не впитываются, особенно ночной, он такой вот густой. Хороший, легенький, никаких запахов особых от него я не чувствую, просто приятный классный кремик. Ну и дочка сказала, что ей очень нравится. А здесь у нас супер предложение, коробка красоты. Объясняю, вот в такой красивой большой коробке с крышечкой, с наполнителем, то есть вот эти все блестки, мишура, это будет все в коробочке. И вот состав ее здесь перечислен, то есть здесь вот все, что показано на картинке, все вот эти пробники, серия Giordani, тут тушь, лак, помада, карандаш, крем для рук, смягчашка и набор пробников. Все это стоит всего 199 рублей и дает аж 38 баллов. Классный подарочный набор, то есть все уже, все решение здесь внутри. И красивый подарочный набор, такой большой классной коробки, это крышечка, которая задвигается, то есть она как бы как выезжает изнутри. За 599 рублей 4 смягчающих средства с разными ароматами. Кстати, вот этот у меня есть, семена черники, мне, кстати, он больше всего нравится почему-то. Я очень долго на вишенке застревала, а сейчас мне больше нравится вот этот аромат, прям его обожаю. В общем-то, они все вкусные, все разные.
Супер предложение, классный подарочный вариант. Так, что здесь? Ну, здесь все без скидок, мелким шрифтом, не будем задерживаться. Масла для волос рекомендую. Классно. И по уходу шикарно восстанавливает волосы, питает их, волосы становятся значительно лучше, качественнее. И очень вкусный аромат. Масло органы и розы. Просто потрясающе пахнет. Ну, достаточно высокий ценник, как бы бывает в некоторых каталогах, намного дешевле можно приобрести эти масла. Краски для волос. Я забыла показать краску, но я ее в каждом обзоре вам показываю. У нее шикарный состав. В краску входит масло омега-3 и масло семян льна. И эти краски, они ухаживающие. Мне очень нравится. Я пользуюсь этой краской с 2013 года, уже 5 лет получается, может быть, даже побольше. То есть, как ее стали выпускать, я сразу стала брать эту краску. И ей очень удобно пользоваться в домашних условиях, потому что есть специальный тюбик, в котором уже эмульсия, разводящая краску, тюбик с краской, потрясающая масочка, перчатки есть, но они абсолютно неудобные, поэтому перчатки лучше взять отдельно. И мне очень нравится вот такой вот, как я его называю, да, передничек, накидка защитная, она не длинная, то есть как раз закрывает плечи, шею, плечи, этого достаточно, чтобы самой себя покрасить, потому что если накидка будет длинная, то мы просто с вами запутаемся в ней. Мой цвет 3.0, где он, ищем 3.0, вот он, и он действительно очень темный, если вы, да, посмотрите на меня, то многие думают, что я черной краской крашусь, но на солнышке видно вот этот красивый отлив, такой какой-то шоколадно-красноватый, очень богатый отлив, классные расцвета. Расчесочка у меня есть вот такая для начесов, кто-то здесь начес. То есть очень прикольная расческа, у нее интересно так щетинки и гиненькие, за счет этого классно она начесывает волосики. Вообще она такая узенькая, маленькая вся, просто прелесть. Я ей очень довольна. Такой расческой я не пользуюсь, у меня длинные волосы, я их не сушу феном. И я вам покажу вот лак для волос сильной фиксации, у нас есть такой. Ой, ой, задела, все, устроила погром, ну ладно. Лак для волос. Очень сильной фиксации, но при этом волосы он не склеивает, все нормально, волосам комфортно и уютно, да, у него этот такой спрей. А, это мусс я вам показываю, господи, я перепутала, это мусс, вот лак. Что-то я же испугалась, потому что это такой, вот, лак, ага, лак сильной фиксации, а это мусс для волос тоже для формирования локонов. Классная, очень стильная упаковка. У меня пользуется в основном дочка. Я очень редко делаю укладки, а вот она любит. И я ей уже заранее купила в подарок такие средства, припрятала. Поэтому они абсолютно новенькие и скоро будут ее радовать. Так, а вот разглаживающий гель я не брала, поэтому ничего сказать о нем не могу. Зубные пасты. В данный момент у нас открыто 3 пасты. Отбеливающая. Тотальная защита и комплекс трав. Комплекс трав. И вы видите, что мы пользуемся ими всеми. Ну, вот это, наверное, пораньше была открыта. Но в основном вот эти две идут, а это иногда, потому что отбеливающие пасты не рекомендуется пользоваться часто. Паста одобрена шведскими стоматологами. Очень довольны мы всей этой пастой. Качество просто потрясное. Зубы в супер, десны супер, не кровоточат, ничего не болит. Все супер. Классные, прикольные щеточки. Обращайте внимание, что одна очень мягкая, другая вот эта вот фиолетовая, моя любимая, средней жесткости, хорошая щеточка. Так, здесь у нас медовая коллекция. У меня из этой серии есть сейчас вот такой вот крем для душа. Очень такой густой крем, концентрированный. Сейчас я вам его покажу. Сейчас чуть-чуть надаем. Главное не переборщить, а то он как ливанет. Вот, просто он густой, классный. Он, в общем-то, похож с каштаном. Если вы помните или брали каштан, то он тоже такой густой, концентрированный, дает хорошую густую пенку, при этом кожа мягенькая после купания остается. Вот, брала я вот такое жидкое мыло, тоже очень нравится, ну прям вот медовый, как будто мед стоит в ванной, и вы медом моете руки. Очень вкусно, очень приятненько. Эти средства я не брала. Лосьон для душа, кондиционер я не брала. И вот этот скраб для рук отдельно тоже не брала. Я беру большой скраб. Обычно, когда он есть медовый, мне он очень-очень нравится. Так, что у нас здесь?
Средства для всяких подтяжек, для бюста, антицеллюлитные. Забыла показать, потому что вот этими двумя я пользуюсь сейчас. Они у меня есть. Да, прикольные, но нужно пользоваться постоянно, чтобы кожа была в тонусе, особенно если кожа уже взрослая, чтобы был эффект вот этой вот подтяжки, чтобы не возникал целлюлит новый, да, просто постоянно пользоваться. Здесь очень прикольный, кстати, дезодорант освежающий. Просто прелесть. Особенно, когда критические дни, то это прям палочка-вручалочка. А в жару многие женщины просто вот для себя это как волшебную палочку открыли. Гель для интимной гигиены. Вот мы сейчас пользуемся ромашкой. И, кстати, он мой любимый. Алоэ мне показался какой-то жидковатый, что ли. А вот ромашка самое-самое то. Вот уже очень много флакончиков мы использовали. Мне он нравится. Классный. И салфеточки здесь хорошие в этой серии тоже. Ну, тоже берем частенько. 20 штук. Может быть, дорого, но они вот именно для интимной гигиены. То есть я их в дороге эксплуатирую, потому что дома нет смысла ими пользоваться. Так, что у нас здесь? Моречка-моречка. Есть что показать. Я брала себе всю серию. Это увлажняющее масло для душа. Ой, для тела. То есть масло, видите, у нас как уходит просто. У меня его дочка почему-то очень оценила. Сейчас капельку выдавлю. Обычное маслице, но оно классно впитывается и очень хорошо увлажняет кожу. Вкусно пахнет, такой легкий морской бриз. Прям вот чувствуешь себя как будто в спа-салоне. Ой, я недавно намешала себе в ванну все наши масла, соли, все туда накидала, набросала, лепестки роз, короче, лежала, балдела просто. А вот эта штучка вообще бомбическая, это пенящееся масло для душа. Я, кстати, в каком-то видео показывала, то есть его наносишь на мокрую кожу, и она прям вух, и беленькая становится пеночкой. Тоже приятно пахнет, вкусненько, очень удобно, крышечка тоже здесь нажимаешь. Ой, я весь каталог уже обрызгала. И из дырочки, из маленькой маслицы выдавливаешь. То есть все очень классно, очень здорово, красиво сделано. И солевой скраб. Я им, правда, попользовалась один раз и припрятала, потому что сейчас три скраба открыты одновременно, нужно их закончить, а потом открывать этот. Вот обычный скраб, но очень необычный за счет того, что в него входит масла, очень хорошая такая мелкая отшелушивающая вот эта составляющая. Супер, просто какая после него кожа балдежная, прям, ой, мур прям. Я спрятала дочке, говорю, так, не пользуйся, это мой скраб, да, пользуйся теми, которые есть. Вот, хорошее предложение, тоже хорошие скидки в этом каталоге, обращайте внимание. Так, что у нас здесь? Ну, покажу вам пилочку, многие спрашивают про нее, вот эта пилка шлифовальная для ног, где она у нас, вот она, 1800, электрическая роликовая пилка. Ничего я в ней особенного не нахожу. Кроме того, что, ну да, она, конечно, круто полирует пяточки, но я могу отполировать их просто пемзочкой обычной. Вот так она сделана, то есть у нее защитное есть покрытие, здесь вот скорости. Вот так вот поворачивает. Она достаточно такая прям активненькая, крутится, но она не, как сказать, сейчас выключу, она не, ну, как бы не царапает, хорошо все, то есть полирует, шлифует. Я ей делаю обычно завершающий уже этап, когда я уже все сделала и хочу, чтобы вообще просто идеальные стали пяточки, особенно когда хожу в босоножках. Да, она прикольная, но я могла бы, в принципе, без нее спокойно жить. Вот. Еще не очень удобно то, что ее нужно где-то хранить, она занимает много места. Вот, взяла ее в коробку. Она у меня так и живет в коробочке. Я ее, даже в ванну ее не отношу. Но я думаю, электрические предметы не надо хранить в ванной, чтобы там батареечки не окислялись и так далее. Так, дальше. Что здесь прикольно? Вот красивая новая пилочка золотистая, такой новогодний. Ну, набор пилок для ногтей. Ничего такого. Так, что здесь? Вот, кстати, я не нашла. Где-то у меня есть такой скраб тонизирующий. Очень хорошенький скрабик, мне нравится. Это я ничего не брала, не пробовала. А я очень люблю спрей-дезодорант для ног. У меня, правда, из этой же серии, но только большой объем. Здесь 150 мл, у меня 250. Но да, он прикольно пахнет мятой. Я обожаю дезодоранты. Если вы смотрели видео, а вы еще его не видели точно, топ-10 моих любимых продуктов, то дезодорант
входит в этот топ-10, потому что жизнь без дезодоранта для ног я вообще не представляю. А тут всякие прикольные силиконовые штучки, которые там помогают поднять ножку где-то там, чтобы не скользило, чтобы пяточки не натирались. Кстати, прикольно. Ну, не пяточки, а вот эти обычно натираются, щиколотки, конечно, жесть. Но вот помогают. Так, что здесь? Что здесь? Вроде бы я ничего не готовила, но все так меленько. Ага, тенюшечки по 129 рублей. Я просто покажу вам, какой они формы. То есть это вот такой кругляшок, без кисточки, без всего. И в нем такая вот тенюшечка лежит. По качеству они суперские. Единственное, неудобно то, что вот нет кисточки, и все по отдельности поврозь. Но зато, может быть, да, вам нужен какой-то, например, один цвет, и вы его просто один берете и довольны. И вам больше ничего и не нужно. Так, что здесь? Новинки у нас какие-то, лаки. Да, новинки, 3 оттенка. Ух ты, какой интересный голубой цвет. Золотой вообще классный. Мне тоже один из золотых наших оттенков. Новые какие-то блески. А, нет, это не новые. Обратите внимание, что они очень маленькие. По 8 мл всего. Так, покажу вам карандаш серии Colorbox. Есть у меня один карандашик. Вот он такой вот карандашик. Но мне он не очень нравится. Для меня он жестковатый. Я люблю более мягкие карандаши, которые прям круто прорисовывают, быстро заполняют вот все губы. Этот все-таки какой-то суховатый, на мой взгляд, поэтому он у меня как-то не очень популярный. Такими помадами я не пользуюсь. Много раз пыталась, заказывала, но не идет у меня эта помада. Она действительно хорошая по качеству, но такая у нее упаковка простенькая, что я даже, ну не знаю, не могу я. Мне нравится, берешь помаду Giordani в руки и уже чувствуешь себя королевой. А вот эту берешь, и что-то так вот скромненько, так прям ух. Ну, зато качество помады очень крутое. Она, кстати, очень популярна. Любят такую тушь. Многие прям только ей пользуются и ждут, когда она будет. Или даже не ждут, берут без скидки за 300 рублей. Потому что тушь действительно прикольная, классная. Вышло 2 новых карандашика. Интересный цвет, вот синий такой вот блестящий и бежевый. Бежевый он, видите, как прикольно прокрашен внутри глаз. То есть убирается вот эта краснота, и глаз становится более таким светлым и открытым. То есть для увеличения глаз это самое то. Вот, кстати, черная пятница, 199 рублей, блески. У меня такого блеска нет, но у меня есть, ну, хотя бы, чтобы вы имели представление, что это вообще за блески. То есть вот в таком они формате приходят, футлярчики прозрачном. С кисточкой, очень удобная, классная кисточка. И они очень блестящие, и они очень увлажняют губы, и они просто делают губки такими пышными, объемными, слюнявыми. Посмотрите, как это все вау-вау играет и струится. Я обалдею, конечно, от этих блесков. В основном пользуюсь летом. Летом как-то не хочется губы там прокрашивать. Просто махнул блеском, губы красивые, яркие, сочные, супер просто. Так, есть у нас бальзам для мгновенного увеличения губ за 319 рублей. Биби бальзам мой любимый. Вот он у меня любимый. Я им, правда, крашу так страшно. Не знаю почему. Ну, да, просто он мне очень нравится, какие он делает губы. И при этом он дает сразу и цвет губам. Тут покажу. То есть он не просто прозрачный, но с таким персиково-розовым отливом. И за счет этого губы уже выглядят как будто накрашены блеском. И при этом такой идет классный уход за губами. Я от него балдею. Есть у меня праймер, бальзам-праймер для губ. Сейчас покажу, как он работает. Вот. Его наносишь, он просто как бы беленькие губки делает. Многие его очень-очень хвалят, очень. Но я честно могу сказать, что у меня просто губы, может быть, за счет того, что я все время бальзамами пользуюсь, много пью воды, у меня кожа на губах всегда классная. То есть они у меня не сохнут, не стягиваются. И вообще, в принципе, в Oriflame все помады, они очень хорошо увлажняют губы. И поэтому они всегда такие вот, ну, пышненькие, хорошенькие, вот как на модели. И для меня этот праймер, в общем-то, как бы пока не был актуальным. Но я вот почему-то думаю, что сейчас, когда начнется зима, и я буду пользоваться матовыми помадами, то без праймера будет мне тяжко. Потому что матовые помады, они как бы подсушивают. И я нашла одну помаду, мою любимую из этой вот серии. Кремовая губная помада, их всего 8 оттенков. И у меня есть код 31657. Это просто бомба. Вот прям на праймере накрашу. И без праймера рядом.
Вот, мне кажется, без праймера более даже густо как-то выглядит. Как будто бы цвет по-другому чуть-чуть смотрится. Наш голос пропадает, столько говорить. Очень довольна помадой. Просто вот высший балл. Все круто, кроме упаковки. Опять, да, может быть, меня кто-то услышит из компании, сделают красивые упаковки на наши помады, потому что, ну, помады действительно достойные, качество у них потрясающее, лежат они шикарно. Но вот эта помада одна из моих любимых. Здесь у нас помада, помада Легенды, которую я очень люблю. У них три слоя, внутри у них бальзам, потом идет блеск, а потом цвет. Вот две ухватила, вообще у меня их 4, по-моему, таких помады. Ага, это роза, знаете, как я вам сейчас прям покажу, какая это восхитительная роза, а это чарующий беж. Вот сейчас я вам розу покажу. Когда их смешиваешь все вместе, вот какой цвет, огонь просто. И бежка, бежка посветлее намного, но с контуром смотрится очень круто. То есть это прям как натуральные губы, а это уже такое благородное сочетание, знаете, как... Не знаю даже, как назвать цвет, но очень красивый. Роза такая, спелая роза. Мне нравятся помады по качеству, мне все в них нравится, поэтому я их беру часто, мне их очень любит мама. Тоже мы постоянно берем вот этот цвет, восхитительная роза, и клевер. Кстати, здесь на бумаге вообще цвета никакие, то есть бумага не передает цвет никак. Вообще, вот просто если вы посмотрите... Чарующий беж, какой он здесь, и восхитительная роза. Я бы по бумажке сказала фу-фу-фу, а здесь просто вау-вау, какие цвета. Особенно восхитительная роза, это один из моих любимых цветов. Так, кисточки, покажу вам. Кисточка у меня есть из этой серии для бровей, волшебная, классная кисточка со скошенным углом. Я ее обожаю, пользуюсь каждый день и очень ей довольна, суперская кисть. Так, здесь у нас пудра. Тоже пудра есть у меня такая. У меня такой темненький цвет. Правильно? Сейчас я покажу код. Неужели стерся код? Да, он тут был, его теперь не видно. Ну, это вот, которая потемнее. Не светлая, это у меня потемнее. Естественно, светлый... Нет, естественно, бежевый. Светлый бежевый, он намного светлее. Вот такой вот цвет классный. Далее двигаемся. Вот, забыла показать вам вот эти штучки. У меня есть, кстати, такая тканевая салфетка. Все говорят, какая она классная, супер просто. Ничего я в ней не нашла суперского, она у меня просто так валяется. Очень любят вот это средство многие люди. Моя дочка его просто обожает. А я вам покажу тон из стойкой матирующей тональной основы. Циван Мат Велвет. У меня оттенок светлый беж. Чтобы вы хотя бы имели представление, что это. Вот ненавижу тюбики. Вот открыла тюбик, и все, эта тоналка везде. Я люблю, чтобы было с дозатором. Потому что вот это безобразие мне вообще не нравится. Все перепачканное. Не люблю такие штуки. Поэтому я беру всегда с дозатором. Вот он, цвет. Он такой натуральный. У меня очень бледная кожа. Очень. И даже если я его нанесла на свою синюю кожу, смотрите, венку перекрыла хорошо. Она стойкая, я и летом пользовалась. Хорошая тоналочка. Но я не люблю ее за счет из-за того, что она в тюбике. Но это очень неудобно. Базу под макияж у меня всегда берет одна клиентка. Ей она очень нравится. Говорит, прям, ну, хорошая база, она довольна. А мой любимый продукт – палитра маскирующих средств. Такая маленькая коробочка. Какая на картинке, какая здесь. Имейте в виду. Верхние два – это как раз сам вот корректор. Вот эти корректоры, вот они. А это пудра. Третья, это беленькая такая светлая-светлая пудра, чтобы вы знали, что это такое. Что делают эти корректоры? Верхний перекрывает синяя, то есть я его наношу, сейчас покажу, на какие части, вот сюда, то есть где у меня вена проходит, прям синячок. Не надо под весь глаз класть маскирующее средство, оно достаточно плотное и будет, ну, может скататься в мимических морщинках. Надо убрать вот этот вот очаг тени, то есть это вот венка, которая у всех, мне кажется, здесь проходит. А вот этот вот следующий оттенок такой кремового цвета, он перекрывает все коричневое, то есть веснушки, там пигментацию, остатки прыщиков. То есть этот перекрывает синее, этот коричневое.
пудра просто сверху для того, чтобы все это зафиксировать. Я в восторге от этой штуки. Почему я ее раньше не брала, не знаю. Очень многое я потеряла, поэтому всем рекомендую. И цена крутая. Всего 299 рублей. Так, что из этого? Покажу вам стойкий карандаш-подводку. Он нереально стойкий. Я после нашего обзора потом буду долго-долго отмываться. А, тут у нас тон. Давайте, где у меня? Где ничего нет? Давайте тут попробуем. Он уже старенький, подсохший. Просто хочу показать вам, что он очень классно рисует стрелки. Не получилось показать, потому что это старенький попался. У меня просто открыто несколько. То есть им можно написать тоненькую стрелку, погуще. А это вообще, по-моему, высох. Вот этот карандаш, нет, не высох. Вот он разрисовался. Ну, уже все равно старый, им больше года. Поэтому они уже лежат, я ими не пользуюсь. Вот этот вообще не смывается. Я не знаю, чтобы его снять, я, естественно, для водостойкой косметики пользуюсь. Все делаю, просто он не смывается. То есть можно поплакать с этими стрелочками, попасть в снег, в дождь, им ничего не будет. Все будет окей. Так, здесь покажу еще тушь для бровей. Где она у меня? Прикольная тушь, кстати. Рекомендуется брать на тон светлее, чем ваши брови натуральные. Сейчас где-нибудь брови покрасим. Малюсенькая вот эта удобная кисточка, она подкрасит весь подпушек, то есть все, что вот растет внутри брови, маленькая, более светленькая, чем ваши брови, все прокрасит. За счет этого появится отличный объем в бровях, брови будут уложены. Но если вы им пользуетесь одним, он даст один эффект. Если вы вниз используете, например, корректор сухой или карандаш, то тушью проходите сверху, чтобы зафиксировать результаты, чтобы бровки были более пушистые. Так, тушь покажу мою любимую. Вы знаете, первое впечатление, конечно, было несколько, как сказать, обманчивым, что ли. Мне сначала кисточка не понравилась. За счет того, что вот если сравнивать с кисточкой 5 в 1, которая вот, да, вот у нас они тут рядышком, то у нее чуть-чуть вот это место шире. Вот это, где внутри прокрашиваем. Из-за этого я не подрасчитала, немножечко задевала слизистую. То есть привыкла, когда она тут совсем малюсенькая. Но на самом деле я очень быстро перестроилась. Мне где-то неделю потребовалось, чтобы привыкнуть к кисточке. И сейчас могу сказать, что мне эта тушь нравится больше, чем 5 в 1. Очень классно. И у нее более густая консистенция. То есть она сразу дает хороший объем. Классный, хороший объем. Так, здесь у нас пилочки. Покажу вам сушку. Прикольная штука, сушка. Когда нужно быстро высушить толстый слой лака и бежать куда-то, я просто беру эту сушку, покрываю сверху на лак, который уже схватился. Мгновенно все высушивается, еще и дает красивый блеск. Но никогда не используйте это средство под лак. Лак облетит в этот же день. То есть это сушка. Ну и блеск дает хорошо. Обязательно возьму такие штуки. Много раз брала укрепляющее покрытие для ногтей. Очень хорошая штука. Очень суперская. Там реально ногти восстанавливаются, подрастают. Так, здесь все мелким почерком. Вот, я вам что покажу. На этой страничке есть скидки на лаки Giordani. Где-то у меня они есть. Вот раз, два. Так, у меня цвет дымчатый сиреневый. Обалденный цвет. Но он какой-то другой. Ну, точно он? А, нет, у меня вот этот кофейный. Кремовый кофейный. Вот мой цвет. Кремовый кофейный. И королевский изумрудный. Такие цвета классные. Так, ну чем же вам их показать? Даже никакого нету. Никакой бумажечки нет, чтобы вам показать цвет. Ну, цвет вообще магический. Смотрите, какой густой зеленый. С блеском, с таким атласным. Ни капли перламутра. Только блеск, вот, а кофейный меня просто покорил этот лак. Видите, какой цвет. Я лаками осталась довольна. У меня брала клиентка такой лак и сказала: фу, Giordani мне вообще никак. И я думаю, что же не так? И взяла себе сразу два, думаю, дай-ка я попробую. Потому что до этого я все время брала только Zevan. А знаете, что не так? Если его сверху не покрыть покрытием, то обтираются кончики. То есть как будто их вот так вот, ну, стерочкой стерли. Ровненькие кончики обнажаются. Если же покрытием хотя бы сушкой сделать, то все будет держаться неделю, ну минимум 5 дней у меня маникюр держится, все супер вообще, так что все норм, надо просто правильно красить.
Этого у меня нет. Я пока только сама смотрю, восхищаюсь. Сейчас покажу, что мне очень понравилось. Вот на этой страничке мне понравилось все. Сумочка. Эти необыкновенные красоты серьги. Я прям обязательно возьму себе. Ну, шарф мне такой не нужен, но тоже прикольный шарф. Но сумочка просто бомба. Честно могу сказать. Мне очень нравится, что она ее так держит в руках. И я вижу, что она, у нее, что она мягкая, да, она под кожу сделана. У нее очень оригинальная вот эта цепочка. И тут все так здорово, классно сделано. Прям хочу эту сумочку. И мне очень нравится ее цена. И размер. Очень удобный формат. Здесь мне понравился безумно шарф. Платок. Необыкновенный принт, красивый такой, прям в моей теме. Особенно классно будет, у кого голубые, синие глаза или серые. То есть это будет вообще фантастическое сочетание. И очень оригинальная сумочка. Очень. Я надеюсь, нам привезут новинки, и мы их вместе посмотрим. Ну, поэтому не буду долго на них останавливаться. Шапочку я вам показывала, вы видели в обзоре. И перчатки такие. Вы можете посмотреть. Обзор новинок недавно прям был. Очень красивый шарф, вообще красивый набор, интересный. Здесь то, что здесь, я вам уже тоже показывала, но еще раз покажу сумочку, которую я себе взяла. Она приходит в такой красивой упаковке. Тут она дизайнерская, написано имя дизайнера, которого я не выговорю. Вот так выглядит эта сумка. В ней есть ремешок. Цепочка съемный, вот такой на карабинчике. То есть его можно одеть сюда шарф вместо ремешочка. Сумочка очень прикольная, квадратная, вместительная. И внутри она очень просто сделана, то, что надо. То есть большое пространство и кармашек на молнии, чтобы спрятать какие-то ценные вещички. Вот, все лаконично, все очень просто. Я влюбилась в эту сумочку, выписала ее себе со скидкой 50%. И мне прям счастье. Мне прям счастье. Ага, есть у меня этот аромат. Кстати, я его очень люблю. Вы видите по объему, который хорошо убывает. Это говорит о том, что я им пользуюсь, мне он очень нравится. Классный дневной аромат. Просто вот днем, дома я им пользуюсь. Мне нравится, что у него есть персик в составе, и он дает такую приятную фруктовую нотку свежую и ванилька, и в то же время он не приторный, он не сладкий, он такой прям ух, огонь аромат. Прикольный аромат Эклан Мон Парфан. Не все его оценили, а мне он очень нравится. Дорогой, благородный, красивый, роскошный аромат. Красиво сделан флакон. Рада я, что его взяла, и мне он очень нравится. И вот у меня все, кто меня с ним встречает, все говорят комплименты. Все говорят, о, как у тебя вкусно пахнет. Но он прям новенький, поэтому у меня мало еще использовано. Так, что у нас? Черная пятница. 769 рублей за вкусненький ароматик. Здесь у меня, ой, я вам покажу мои любимые ароматы, кстати, с бобами тонко Sublime Natur, очень крутой аромат, тоже расход у нас идет огромный, я его буквально прячу от дочки, потому что он ей очень нравится, а я ей говорю, так, не смей мой аромат трогать, пользуйся своими. И еще два аромата, забыла, такой у нас тоже есть, тоже один из моих любимых, интересный аромат Tenderly Promise. Он с аромат королевской белой лилии преобладает над всеми другими. Богатый, необычный, такой нестандартный аромат. Нигде я такого не встречала. Мне он очень тоже нравится, но пользуюсь им не часто. То есть он такой у меня неактивный, хотя вот использовано много. Но вот когда я его только купила, я им пользовалась очень часто, очень. И я когда им брызгалась, Миша кричал с другой комнаты: «Ммм, белая лилия!» Да, он прям необычный. А вот этот аромат сказочно вкусный, дерзкий. Он просто бомбический, тоже нам он нравится. Мы им пользуемся с удовольствием. Мне нравится и дизайн, и сам аромат просто вкусняшка. Он тоже на каждый день. То есть и в пир, и в мир. Так, дальше. Мужские не буду рассказывать, а то мы тут засидимся до утра с вами. Обращайте внимание на мужские продукты, потому что мужчинам тоже надо будет баловаться в преддверии Нового года, потом 23 февраля уже можно пополнять запасы продуктов, да, средств различных. Очень вкусные мужские ароматы, все необыкновенные.
Хэппи Дизиак – это наш, наверное, любимый аромат с Мишей, как я люблю мужской, и также он любит женский. Вот я уже третий флакон себе заказала, у Миши стоит запечатанный новый Хэппи Дизиак, попозже откроем, потому что сейчас у него много ароматов. Очень вкусный, очень энергичный, очень классный аромат, такой вот клубника и там присутствует. И очень это замечательно, он необыкновенно. Кстати, Хэппи Дизиак, мне кажется, как унисексом можно и женщинам пользоваться, потому что он офигенный. У меня есть такой дезодорант, тоже в тему брала, он уже просто практически закончился. Суперский дезодорант, мне нравится, у меня к нему только положительные эмоции. Так, Энигма, вкусный ароматик. О, бомба, бомба, просто любой крем за 299 рублей. Возьму несколько штук. Мой любимый Giordani Gold, обожаю этот аромат, обожаю этот крем, он просто очень крутой. Позы, кстати, тоже очень вкусный. Они все здесь классные, La Femme, Weekend, обалденный аромат, тоже я его очень люблю, несколько раз заказывала себе эти флакончики. Так, что здесь? Для губ шикарный бальзам, он с цветом, он очень интересно сделан, у него такая губка, сейчас я вам тут покажу, выдавливается из губки чуть-чуть, вы видите, такая... Выдавливается вот эта вкусняшка, ванильный аромат, розовые, пухленькие, слюнявые губки получаются. Ой, вкусно пахнет, супер. Есть у меня гелевая подводка, сейчас я найду, и к ней нужна кисть обязательно к подводке. У меня вот такая кривая кисточка из общей серии, и вот очень хорошая подводочка. Сейчас я... Так, набираем и рисуем стрелочку. Пам-пам-пам-пам. Можно тоненькую кисточку, если собрать, заранее, ну, смочить ее. Очень хороший, густой цвет, такой гелевый. Подводка не растрескивается, лежит везде, не на глазках, не растекается. Все супер, достойный, очень достойный продукт, рекомендую. Так, из этого у меня ничего нет, поэтому двигаемся дальше. Румяна в шариках. Естественно, что таких именно румян у меня нет, потому что это новинка, почитайте. Что это один единственный такой цвет будет в этом каталоге. У него очень интересный богатый состав. Смотрите, есть такие золотые шарики, розовые, бежево-коричневые оттенки. У меня же румяна, естественно, сияние. Просто покажу, чтобы вы знали, что это такое. То есть в этой у меня этой баночки уже года два, наверное. Они вообще какие-то нескончаемые, эти румяна. Да? У меня тут вот такие вот цвета, розовый, коричневый. И, кстати, тоже есть золотистые. То есть они даже чем-то похожи. Мне кажется, что этот цвет, он будет универсальный для всех. Это праздничный выпуск. Поэтому успейте ухватить птицу счастья. И к ним же идет шикарнейшая кисть, которую я забыла взять. Потому что у меня, естественно, есть и даже не одна такая кисть. Мне она очень нравится, потому что она с колпачком, выдвижная. Супер просто. Обращаю ваше внимание, то, что в этом каталоге на антивозрастную тональную основу офигенная скидка за 459 рублей. Кстати, очень многие любят эту тональную основу. И к ней, и вообще к тональным основам, берите кисть. Вот такую вот кисть. Ей лучше всего распределяется тон по лицу. Карандашики Giordani. У меня есть два для глаз. Коричневый. Смотрите, какой красивый цвет. Где я вам его показать? Здесь все кремом намазано или маслом. Где уже мазать, не пойму. Очень хороший коричневый глубокий цвет. И очень крутой синий. То есть он такой и сине-черный. Вот погуще его накрашу, чтобы видно было. Очень крутые карандашики. Я в них просто влюбилась. Мне нравится, как они скользят по глазкам. Так, здесь тушь. И для губ я вам сейчас покажу. У меня три карандаша из серии Giordani для губ. Давайте начнем с самого светлого. Самый светлый, как он называется? А, его тут вообще нету. Странно. Но его здесь не вижу. Подождите секундочку. Контурный карандаш для губ. Роза. Ладно, покажу розу. Раз этого нет. Роза. Раз. То есть такой хороший. Так, нарисую. Насыщенный розовый цвет. У меня есть самый красный. Кстати, он мой самый любимый. Называется MAC. MAC у нас просто под все красные помады мне подходит. Под многие такие вот
красным подтоном. Я использую один этот контур, я его просто обожаю. И смотрите, тоже очень хорошая цена. Но вот я не пойму, почему нет этого карандашика. Просто у меня есть еще один, но я его здесь не вижу. Это же не Гордензия. По-моему, нет. Сейчас я посмотрю по коду. 81. А, да, вот он. А, он называется Гордения. Гордения. Он мне, правда, не поточный, сейчас где-нибудь покажу. Вот у него какой цвет, то есть он нюдовый-нюдовый. Но вот знаете, здесь как-то вот на этом свете видно как будто какой-то рыжеватенький подтон, но на самом деле его нет. Где бы еще попробовать? Я не знаю, может это от моей блузки отражается. Просто хороший нюдовый оттенок, и я его крашу вот под эту помаду. Самая верхняя чайная роза. Самый необыкновенный цвет помады вообще, который я когда-либо встречала. Смотрите, они очень хорошо сочетаются. Матовая, красивейшая, шикарная помада. Губы с ней просто волшебные. Поэтому рекомендую. Мне очень нравятся эти помады, но вот у меня только один оттенок. Тут три карандаша. Это новинка. Есть отдельное видео. Вы прям посмотрите. Я крашу губы каждой из этих помад. Мне очень понравились вот верхние три. Многие мне пишут, что мне идет очень морозный аметист, но как-то я к нему не очень склоняюсь. Мне кажется, я не буду им часто пользоваться. А вот верхние три просто бомба. Я влюбилась. Новинка у нас выходит. Здесь будет у нас парфюмированный крем для душа и лосьон для тела Giordani Intense, Miss Giordani Intense. И тут же новый парфюм. И здесь можно потереть страничку и ощутить нотки этого аромата, который мне действительно очень понравился. Мне очень нравится скидка. Набор я точно себе возьму и, возможно, даже парфюм, потому что набор выходит всего за 299 рублей. Это, конечно, очень выгодное предложение. И завершает наш каталог потрясающее предложение. Это парфюмированные водички по 15 мл, 5 ароматов и очень все вкусные. И что меня очень порадовало, что будет Giordani Gold Essence, будет Poses, будет Love Potion, который очень часто у меня заказывают. Это просто бомбическое предложение, всего за 249 рублей. Я была бы рада, если бы у нас каждому аромату были такие маленькие ароматики, потому что иногда, например, ну не хочется брать большой аромат. Я бы взяла, например, маленький, я бы его постоянно носила в сумочке, потому что такую штуку я в сумочке носить не могу. А эти, конечно, бросила в сумочку, и его хватит надолго. У него такой же стойкий аромат, как и ну, у обычного стандартного аромата, который в крупном формате. Фух, мы с вами молодцы. Это был, конечно, очень длинный обзор, потому что ну, мне хотелось вам показать максимально все, чтобы вы лучше определили, что вам нужно, что не нужно, потому что ну, не все продукты нужны. О, кстати, я вам забыла показать подводку. Сейчас увидела, чтобы вы тоже знали, как она выглядит. Вы должны знать все. Это золотая подводка, вы найдете ее в серии Color Box. Она очень красивая. То есть вот к Новому году, если вы будете одевать что-то в золотистых оттенках, купить себе эту подводку, даже если вы один раз ей накрасите, то будет чудо просто, какой красивый макияж с ней получается. Я крашу вниз черную, а сверху, на чем бы вам показать, ну вот хотя бы на карандашике. А, вот у нас же есть с вами гель-подводка вот здесь на кисточке. То есть я вниз крашу черную подводку, сверху золотую. И это получается просто настолько глаза красивые-красивые, необыкновенные. То есть, ну, вы знаете, что это самые дорогие сочетания цветов, самые выигрышные. Черный золото, он самый эффектный, очень круто и дорого, богато смотрится. Вот такая у меня палитра, рука палитра. Спасибо вам еще раз за внимание. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Я думаю, что этот труд достоин лайка, как минимум. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока. Я вас люблю, ценю. Спасибо вам огромное за то, что смотрите нас.